Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Начнем-ка, пожалуй, сразу вот отсюда. Ну-ка. Ага, понятно. Их тестига не созрела, жаль. Ну, запускаем. Так, здесь у нас ризот. Еще целый день будет готовиться, прикинь. А это у нас шунозавр, по-моему. А, суперзавр. Суперзавр. Так, давай мы ему уровень прокачаем. Эволюцию пока делать не будем. А с кем он гибрид у нас? Ага, с тирано-титаном, и получается супрано-титан. А у нас больше нет уже суперзавра, да? Сколько? 20... А, это янтарь, ё-моё, я же думал 25 тысяч этого ДНК нужно. Это янтарь. Я так и не понял, кстати, где янтарь зарабатывать. Так, заберем здесь награды. И здесь, за совершенную сделку. Так, потратить еду, собрать 3 мода. Ну, 3 мода можно, в принципе, быстренько сейчас сделать. Практически моментально. 214 монет тратим. И выпадает нам... Ага, отвлечение. Так, ну, давай, наверное, посмотрим. Доллары не хочу пока тратить. За еду... У меня всего 192 тысячи хавки. Фигово, ребят. Ну давай ДНК. Фиг с ним. Потратим ДНК. Уже, как говорится, из последних сил. Тратим только лишь бы вот что-то у нас появилось. Так, прочная кожа. И давай, наверное, все-таки еще за деньги. Давай за деньги. 400 тысяч мы с тобой тратим. И зарабатываем. Давай, быстрее прокручивай. Так, единство. Все. Это задание мы с тобой тоже завершили. Так-с. А где у нас фабрика? Вот она. Так. Да что ж ты делаешь-то, а? Здесь прокачали. Так. А дальше-то, вот кого прокачать там? Кстати, тиранозавра тоже надо будет до 30 уровня поднять. Так, это у нас диплотатор. Кого-то мы могли же все-таки здесь прокачать, но я не стал в прошлый раз делать, потому что у меня не было хавчика. Эра Титана? Этого мало? Блин, а кто же еще-то у нас? Ага, бонитозавр. Ну, я не вижу смысла его прокачивать. Так же, как и Гуандуния. Блин, да это жесть какая-то. Что, никто не хочет прокачаться, что ли? По уровню? Эй, ребят. Ну, не даже не по уровню, а просто поднять себе левел. Так, вот у нас кто. Есть. Вот и все, вот и завершили. Так, забираем с собой здесь награду. И здесь тоже. Откройте 3 набора карточек. Так, используйте ускорение, в общем, все понятно. Мне интересно знать, какие сегодня у нас есть здесь события. Белая мгла, могучие деньги, хвост булава и крошите лед, хвост булава. Но вначале, конечно, пойдем с тобой на белую мглу. Фараракас, Индрикатерий и Архиатерий. Тут у нас пригодятся, наверное, шерстистый носорог плюс синтетоцерас и мамонт. Слушай, а белая мгла поэтому называется, что здесь, наверное, будут одни ледяные у нас, да? Морозники, или как там величать. 341, ну да, я бомбану разочек, так уж и быть. Пич. Но Фураракас, как ты видишь, выстоял, да? Выдержал удар. Сейчас глянем. Угу. Все-таки решил просто клюнуть. Давай его добьем тогда. Иди отсюда, иди погуляй. Индрикатерий, да? Выходит. Здорово. Так, у него 104 к атаке идет. Я не знаю, что с ними происходит, но мы этого сейчас тоже врубаем. Раз, два. И возьмем бонус.
расслабился. И последний, архиотерий. Куда-то опять музыка у нас исчезла. Ну все, архиотерий, ты меня достал. У него два бонусных очка, да? Ну, не поможет ему. Тем более в таком случае вообще. Просто шерстистый носорог взял его и легнул. Да, я представляю, так, такая туша, если легнет. Костей потом не соберешь, это однозначно. Так, архиофицион. Так, ну здесь, здесь нам нужно будет следующее. Возьмем Келлингена, возьмем Индрикотерия. И против этого... Ну давай возьмем Деринотерия. Конечно, не совсем уверен в правильности нашего, так сказать, выбора. Ну-ка, если я атакую. Кажется, он сейчас будет меняться, скорее всего, или не будет. Все-таки меняется и берет Энтеладона. Ну-ка. Это, ребята, пушечное мясо. Прошу любить и жаловать. Раз, два, три, четыре. Вот и все, и да выпендривался. Ну, тут понятно, архивцом. Он, естественно, нас уничтожит. Так, выпускаем Индрикотерия. Возьмем, наверное, с тобой две защиты. Нет, три защиты и одну атаку. Так, пяток. Пяток очков 10 у него, да? Опачки. Так, он оставил себе 2 на запас. Сколько нам нужно? Раз, два, этого достаточно. И раз, два, это чтобы на пробивку сделать. Плюс бонус. Да все, тебе крышка. Так, выходит последний. Этот на 2 уровня ниже, чем тот был до этого. 69 к атаке. Ничегошеньки он не стал делать. Попробуем прописать. Ну да, все, победа. И у нас еще один с тобой последний поединок намечается. Последний поединок. Если мы здесь побеждаем, то, соответственно, забираем награду. Так, Элсматери. Ну здесь, наверное, мы сделаем... Блин. Как тут сделать-то? Наверное, вот так. Потом вот так. И вот таким вот образом. Надеюсь, все получится. Ну что, бомбану я тогда сразу, да? Понимаю. Окей. Какие твои действия дальше? Меняет. Вызывает Деринотерию. Но мы тогда тоже поменяемся. И мало того, что поменяемся, еще и возьму бонус. Так, меняется заново. Гигантофию позвал. И атакует. Ну что, тогда мы ушатываем, естественно, гигантофию эту. Плюс бонус. Пошиячину ей. На тебе. Хорошо. Так, Элсматерий появился. Но вырубит он мне Эриматерия, конечно, тут уж ничего не поделаешь. Допустим. Так, сколько ему? Нужен всего лишь один удар, да, получается? Один удар. Раз-два. Раз-два.
Все. Ну и опять же выходит Динотерий. Так, пробить он меня не пробьет. Ну и все. А мы здесь его, конечно же, сможем победить. Давай. А, Уртинотериум. Клич. Все. Ну а теперь надо забрать нам с тобой пак и глянуть, что из него выпадет. А, тут у нас не пак, тут у нас колесо, в котором... Опачки! Ну что, друзья мои, тираннозаврик. Как бы тоже неплохо на самом деле. О, сходи разберись, что там, я не пойму, что там происходит вообще. Что за кипиш? Так, мы с тобой идем на следующее событие. Оно называется у нас Хвост булава. Это чисто травоядники только должны быть, да? Ну что ж, травоядники так травоядники. Начнем, пожалуй, наверное. Так. Так. И вот так. Не знаю, ребят, против гибридов. Как мы тут с тобой будем сейчас побеждать, не знаю. Но попытаемся. Так, он у нас по атаке. Ага, все, я понял. Ну что, будет бомбить или нет? Да? Он, ребята, атаковал. Блин, мне придется все слить. На тебе. Не забывай, что у него одно очко действия осталось. Ну, и чего? Две атаки тратит. Две атаки, друзья мои, он потратил. Ну, а нам придется как-то вот так вот делать. Оу, неужели все? Ага. Ну, здесь мы выстоим, слава богу. Вот тысячу эту насобирать, это проблема прям целая. Раз, два. Да откуда у него там столько здоровья-то еще, а? То есть не здоровье, а защита там откуда он столько взял? Ну, гаденыш, а? Раз, два, три. Раз, два. Так, ну что, этого вырубаем? По-моему, нам крышка, ребят, сейчас будет. И он сейчас все возьмет на слив. Да. Ну, зашибись, одних гибридов тут набрал, блин. Если бы у меня хотя бы хоть один этот был бы, летающий бы, совсем другой бы был разговор. А тут, ну как тут, ребят? Я не знаю. Вряд ли я там смогу, конечно, выиграть что-то. Пойдем с тобой крошить лед. Даль. И тут нифига не получается. А, ну что это? Могучие деньги. Ну что, попробуем здесь тогда. Могучие деньги. Ну, здесь возьму деплотатор, а здесь возьмем Афиакамима. Ну и, в принципе, все, мы их сейчас уничтожим. Берем бонус. Оуй. Рамфорин 36 уровня, ё-моё. Странно, он даже стал. Но это было борзо с его стороны. Раз, два, три. Иди отсюда. Так, 251 к атаке. Угу. Ну, это понятно.
Сколько мой Афиакамин будет сейчас бомбить по нему, а? Покажите, пожалуйста. Все, рамфоринг, до свидания. Сделаем вот так вот. И радостно запрыгал. Все очень круто. Ну что, там еще, да, нужно нам два поединка сделать. Опять же, рамфоринг и Афиакадон. Но против рамфоринга я возьму, наверное, здесь уже... Топиалозавра, а против Афиокамима можно взять вот этого диплотатора. Блин, жалко, что с травоядными-то как-то, а? Не очень хорошо получается. Так, ну что, я атакую, наверное, разочек, да? Тут даже один топиалозавр, скорее всего, у нас одержит победу. Один справится в соло. О, поменял, еще не лучше. Он что будет? Он думает, что так лучше, что ли? Я не пойму. Ну давай. Так, опять же выходит рамфоринг. Нет, все, ему крышка, ребят. Ну что он тут выплясывает? Нифига он там хвост такой. Видел, у него какой интересный хвост у рамфоринга. На тебе. О, он такой странный. Ну что же, топиалозавр победил. И у нас последний, по-моему, поединок должен быть. Да, и там такие могучие прям деньги. Ну, здесь вообще, ребята, все на изи. Берем вот диплотатора и кулазуха. Кулазуха можно было вообще не взять, но это так, для довеска. Сразу минус один монолафозавр. Прям на старте чпок. И отдуплился. Так, вызвал еще одного, да? Давай посмотрим. Потанцуем, так сказать. Не смешил меня. Гудбай. Вот и все, друзья. Но это событие было простенькое. А вот то, конечно, да? Ну-ка, сколько тут? Ну, почти 86 тысяч. Плюс 130 очков доверий. А кто у нас там бесится? Ладно, вон, иди разберись. Так, здесь забрали ПВПшки. Используют в сражении 3. Это Кайнозойская эра же, да, у нас? Ну, здесь, видишь, здесь нам никого не взять. Уже мы с тобой отыграли практически всех. Есть только амфиционная динотерия. Но это вряд ли. Я даже не буду заморачиваться, потому что, ну, это бесполезняк. Единственное, что... Тут вот. Как бы хотелось бы. Ну а кем играть-то? Давай пробуем. Раз, два, три. Хотя бы так. Хотя бы, может быть, одну победушку мы с тобой здесь одержим, а? Что скажешь? Бонус. Ну что ты там дергаешься? Дергается он. Да, конечно. Так, если... Он одну же, да? Одну потратил. Хорошо, сделаем вот так. Ну и пора с ним заканчивать уже. Поиграли, как говорится, и хватит. Раз, два, три. Четыре, это на всякий случай. Прописываем. Так, и выходит следующий нундагозавр. Сколько он будет сливать? Ха, нисколько, да? Я все солью. Так, опять трим крышка. Ну и последний. Так, ему нужно, по мне, три.
И... Так, у нас 385 идет, да? Попробуем. Все. Вот тут мы быстренько их расписали, поэтому, ребят, и победили. И всего лишь один у нас получается травоядник, это диплодок остается. Ну с ним я что сделал? С одним. Гиганоцефал. О. Да, один он здесь ничего не сделает против них. Если бы здесь были бы все, а лучше бы, конечно, были бы хищники, тогда бы, да, мы с тобой бы здесь быстренько бы их запинали. А в данном случае... Да иди ты, он, разберись. А в данном случае нам с тобой уже ничего не сделать. И, наверное, будем закругляться и ждать, когда у нас вылупится ризот. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.